Я бы хотела наши власти обратить внимание на то, что по улице Чапаева, в городе Новороссийск, где находится Сандолина, Борисовка, невозможно ездить. Маршрутки переполнены. Дети битком уже на конечной, практически на конечной остановке. Дети битком запихиваются в маршрутку, учитывая тот момент, что до школы ехать 6-7 остановок. Это ездить невозможно. Пробки бешеные, учитывая еще тот момент, что дети из-за этих маршруток опаздывают. Почему нельзя выделить транспорт, и чтобы дети добирались до школы нормально? 22-я маршрутка у нас единственная маршрутка, которая ходит. Обратите свое внимание. Лежит хороший асфальт. Вы тратите бесполезные деньги на то, чтобы поменять асфальт. Якобы его не так положили. И не то качество асфальта, когда дети, забиваясь битком и опаздывая в школу на уроки, из-за чего их ругают учителя, почему они опаздывают, потому что маршруток не хватает. Мы можем стоять 30-40 минут на остановке, проходят первые две маршрутки битком, и на третью еле как запихиваешься, потому что ты понимаешь, что по времени ребенок вообще категорически не успеет в школу. Обратите свое внимание и выделите нормальный транспорт детям в школу.